Готовим салат. Так, по холодильнику. Шныряем по холодильнику. Так, бананы скоро будут. Так, нет, еще бананы хорошие. Два банана надо. Ой, еще у нас перчик с тобой съесть. Так, что достанем? Вот эта капуста, которую я не люблю. Но Лариса ее купила. Вот она все равно горчитка, черышка у нее горчит. Вон. И вот йогурт такой, видите, купили. Он по скидке. И достанем вот этот. Знаете? Угу. Это хороший салат. Слушай, так надо ж фасоль эту спаржевую опустить, помыть ее, да, пообрезать еще кончики и опустить в морозилку. Да, мы сейчас так и сделаем. Мы одну приготовили. Так, хватит вот этого два? Я думаю, вот это не будем добавлять? Да я не знаю. Я думаю, хватит головой. Хватит, да? Угу. Сметана. Дай посмотрю, что есть. Может, еще что мне поесть там. А что? А я вам скажу, что есть. Сметана есть. А ничего нету. Вот. Здесь он еще вот это. А, вот это тоже надо доставать, цветную капусту. Это мы сейчас достанем. А огурец будем добавлять? Да не. А что будем? Будем. Это... Да что мы будем салат добавлять? Вот этот салат сейчас помоем. Вот эту вот капусту сейчас все вместе сделаем. Да. Яйцо туда. Вот. Вот оно уже. А, как же оно почистилось, хорошо? Да, сейчас хорошо яйца почистились. Отлично. И еще туда. Тунец. Секретный ингредиент. Тунец. В масле или без масла? Масло, да? Масло, да. И вот это все замешаем, и все. И ну давай, наверное, огурец. Только шкурку ж снимем. Шкурку, да. Вот я думала, может, это огурец будет хорошо, да, с рыбой? Угу. Сейчас я один огурец достану. А я покажу вам этим временем яйца. Вот этот салат, кочерышку убрать, будет отлично. Вот это очень вкусно. Юля не будет в этот раз, да, обрезать? Да, ну я почитала, в общем, мы с Ларисой посмотрели его, вот эти. Я его сейчас не знаю, блин. Смотрите, вот эти вот, видите, вот как проросшие такие. Угу. Вершки и корешки. Да. Я их обрезала всегда. Ну, отрывала вот так. Не буду в этот раз. Вот. И его едят вот так, моют и кушают. А я что-то не знала. Я думала, что надо. Я вот это каждое обрезала, ну, обрывала. А я его сейчас хорошо помою. Вот. Так, что мне. А мне надо вот это. Я достаю. О, вот она. Спрятана. Вот. Камера тебя преследует. Правильно. Вот, и сейчас я так. Сейчас вот здесь, в общем, все сделаю. Давайте, я вам покажу еще секретный ингредиент, которым готовится. Сажусь. А Юля пока моет. Помою, да, сейчас. Сейчас я принесу тунец. Давай. О, какая. Запекли. С лучком. Рыба вообще бомба. И внутрь положили каждой рыбке лучок. И как подушечку сделали. Ну вот это мы про нее говорили, что она немножко вот это тиной как отдает. Угу. Как внутри. Ее мы уже брали тоже такое. Ну вот это достали с холодильника. Там мы покупали с Ларисой еще по акции. Там еще есть, по-моему, две или одна. Да, вот, по акции. И вот все разморозили, она нормальная, все никак. От кости же не отставала, да, Лариса? Нет. Просто вот какой-то, знаешь, какой запах. Мы ее когда сразу покупали, еще когда мы сразу приехали, она была совсем другого вкуса. Это как речная, вот знаешь, как у нас рыба, вот да, речная, да. Пахнет. Ну, немножко такая. Лариса вот это ее вымочила, и вот это с луком, я думаю, что... Так, салат помыла? Вот, бачите. Что такое? Плохо закрыл. Как плохо? Ну так. Это вот в противоположную воды. Сторону, что ли? А надо. Может, не знаю. Вот красивые у нас, да, эти перчики с лимончиками? Ага, мне так нравится. Надо было тыковки тоже тогда купить. В следующий раз купим. О, видите?
сливай, еще будет вода. Может. Ой, что это они? Попали, наверное. Вот сколько воды. Угу. Много. А в этот раз в Фландии видела то ли... Знаешь, что так вот лук резать и так вот пальцем так жить, так вот веревочкой так жить. Не видела? Ну, я не знаю, почему. В другую сторону крутят. Вот интересно, сколько сейчас будет воды. А кукурузу не будем ложить? А я не знаю. Сейчас посмотрим. Нет, наверное, кукурузы. А я, может, себе положу. Да, вот видите, еще чуть-чуть. Угу. Так, отжала. А оно, наверное, знаешь, почему? Листики вот выходят в эти дырочки. Ага. И трутся так, поэтому так. Может. Такой-то. И так тарабанит, стучит. Угу. Так, теперь миску. Ну, доставай пока. Сейчас я достану миску. Так. Огромная миска, большая. Ну, а что тут салат? Так если его так сейчас пожать руками, то там будет так. Кулачок. Не надо жать. Не, ну я говорю, если да кобы. Если да кобы, он у тебя сразу потеряет хруст. Нет, я жать ничего не собираюсь. Я, знаете, что решила? Я решила, что я сейчас достану... Не понял, что это у тебя за секретное оружие прикреплено к спине? А как, что там? Как? На шее! А, да на шее, да мне шею чуть-чуть потянуло, я лейкопластырь туда. Вот такой еще салат есть, очень классный. Его можно с помидорчиком. Мне это нравится, салат. Ложить туда? Ложить. Вкусненько. Ну, ничего, за разнообразие. Его помидор делают. Бринзу. Сейчас я тоже помню. Тоже помидор положу? Не, помидор не буду, огурец положу, да? Угу. А этот, видишь, он такой более... Упругенький? Да. Более такой серьезный. Тут такой. Так, все. Этого салата сейчас. Мне вот эти красненькие нравятся. Это, наверное, бурячок. Я не знаю. Такие они нежные, приятные. Это полезно, да? Конечно. Полезнее, чем картошка. Ну, не так вкусно. Да? Ну, не так вкусно. Картошка вкуснее. Картошку мы любим. Юля, прекрати расходовать воду бездумно. Ну, не говори. Только и начинает мне писать. Воду не экономят. Я счищаю кожуру. А вот эти такие маленькие, которые огурчики, мне нравятся. Они мне не жесткие. Вот кожура не жесткая. Иногда бывает, хочется почистить. В общем, как-то так. По желанию. А в этом съедаю. Так надо просто срезать, чтобы нитраты не были. Да, говорят, в кабачке и в огурце самое больше вот этих вот всяких вот пестицидов. Понятно? Понятно. Понятно. Отрежь мне маленький кусочек, я попробую. Надя. Вкусный? Вкусненький?
Угу, сладкий такой. Сейчас его произвольно. Это уже... Что-то он мягковатый. Вот такой. Ну, а почему мы брали его? 69 центов. Ну, вот, 70 центов, что ты хочешь. Ну, а что, дешево? Ну, а так полтора. Ну, если 39, тогда еще никуда не шло. Ну, 39, по-моему, не было никогда. Было. Было. Ну, а что сейчас уже межсезонье, весна на подходе. Ну, оно ж не на грунте растет, но под открытым небом. Ну, все равно. Не, мне здесь нравится, что тут стабильно овощи. Тут овощи. Не, ну да, конечно, можно купить баклажан в сезон по евро, а сейчас почти 3 евро. А у нас баклажаны замороженные, мы едим. Угу. Ты съела? Съела вчера. Ну, я не знаю, я икру все равно люблю, когда там есть чеснок, перчик душистый. Ну, гляньте, что такой салат? Он, во-первых, сытный, классный. Да? Угу. С тунца масло добавил, ну, прям баночку тунца, и будет там и масло. Так. Да. Теперь что я беру? Я беру яйцо. Сколько? 3 яйца возьму. Бери 4. Блин. Пузом. Машинку включила. Машинку включаю пузом. Вот так, да? Угу. Тоже надо уметь. У кого нет пуза, тот не включит. Правильно. Так что? Да не, маловато, мне кажется, 3 яйца на такое количество салата. Можно не обязательно вот делать вот прямо так вот. Можно ее на 4 части яйцо и все. Ну, это по желанию уже, я люблю так. Не, ну это на 4 части ты его когда? Когда ты, например, его на тарелку положил, на плоскую и сверху. Пашот надо еще приготовить. Он так разрывался. Так. Нет, 3 яйца хватит. Хозяин барин. Шеф-повар сказал, шеф-повар сделал. Да. Нормально? Нормально. Что теперь? Я вот эту капусту не буду. И сюда. Это большой тунец? Да. А что, большой ложить? А что, маленький? Мне кажется, маленький один хватит. Да там вообще чуть-чуть его, ты что? Я тогда, по-моему, маленький ложила, но большой. Ты 2 салата положила? Да. Один огурец. Что там есть? Ладно. Что ты не возьмешь несколько? Ложку, ну, ложку и вилку. Или вот те большие такие ложки. А, надо мне положить. Что я и правда эту ложку взяла. Пластмассу. Пока меня не было, у Гоши оказались выщербнутые мисочки. Представляете? И она со мной спорит, что они такие были. Я говорю, Юля, это ты выщербнула? Ты к чашке повыщербнула? Она говорит, нет, это не я. Это было, говорит, так. Ну, это Гоша, ты... говорит, скинул дезодорант на них и сразу 2 да. штуки раз и выщербнул. Ну, наговаривает на Гошеньку. Гоша скинул дезодорант и побил миски. Да-да-да. Да, Юля, их мыла 100% в ванне и коцнула. Не, их. Не, в ванне не мыла. Ну, я имею в виду в рукомойнике. Не. Ну, тут, значит, мыло коцнуло. И на Гошеньку наговаривает, на зайчика. Так, так. Ну да, сейчас я возьму. Точно не хочешь половинку баночки кукурузы? Да нет, кукуруза уже будет лишняя, сильно. Жалко, нету здесь маленькой кукурузы. Только большая. Так бы я... себе поддельно бы положила кукурузу и салат сверху. Так, сейчас я возьму еще соль или ложки? Не, я возьму ложку. Угу. Какая рыбка, да? Какая рыбка. Так. Запеченная. Так. Одну ложку взяла, а что не 2?
Одна хватит. Вот, не знаю, соль чуть-чуть положить. Не знаю, а вдруг кто нет соленой. Ну, гляньте, какой салатик. Ну, что, вы зацените? Заценю, конечно. Попробовать надо сначала. Взяла одну ложку, она была. Две. Ну, одну. Не так легче. Можно масло? Сейчас пойду, наверное, посмотрю, какое есть у меня масло. О, точно. Пошли посмотрим. Сейчас. А ну-ка, сейчас. Пошли. Так. Что у меня тут есть в закромах? Что? Сейчас посмотрим, что у тебя есть. У меня здесь есть всякий уксус. Но я не буду сейчас добавлять. У меня есть вино. Еще не пила. Волчонок, ты тоже хочешь вина? Так. А тебе кукурузу доставать? Да. Вот, есть... Масло от ореховое. Грецкого ореха, да? Грецкого ореха. Это подарки мои. Дарили. Маленькой кукурузы нету? Маленькой нет. Большая есть. А вот масло. Оливковое? Ну да. Было. Так удивляется. А вот масло было. И вот же еще масло. О. Можете себе представить? Я не знала, что Лариса была в больнице. И кинулось масло последнее. Блин, больше масла нет. И вот жарила, короче, на оливковом. И Лариса говорит, масла у нас нет. А оказывается, у нас масло есть. Представляете? А я не посмотрела. Вот так вот, в таком... Это потому, что все запрятано внизу, так вот, запрятано. Вообще все тут больше. Надо потом посмотреть, что. Ну что за бутылочки там? Что, только одно масло Оля присылала? Ну вот еще масло. Это лен. А, лен, ну лен я не хочу. Доставать его надо туда. Не знаю, что мы. Это сейчас. Такой маленького нет, такой хороший. Такой достань, да? Угу. Фасоль здесь. Грибы еще есть. Такое. Какие грибы? Ну, это нет, что мы покупали тогда. А, там еще есть нарезанные грибы свежие. 25-го года. Такое покупаем и не едим. Это грибы мы покупали. Так уже покупали их, наверное, год назад. На Пасху, наверное, мы покупали. Угу. Вот это, да? Это уксус, да? Вот лимон, да? Или это не лимонная смесь? Вот это? Не, вот тут бутылки внизу стоят. Что это за бутылки стоят внизу? Вот это? Вот они прям перед тобой. А? Вот перед тобой стоят на полу. Вот это? Да, что это? Уксус. Простой? Да. А что он тут делает? Порядку не знаю. Когда он в подвале должен быть. Рассматривает. Надо все поперебирать. Вино. А почему одна бутылка вина? Ну, вон еще вино там. Я не знаю, почему. Я знаю, что Оля тебе дарила, а мне дарила. Ну, там все. Я вино не пила. Все. Это вот еще орешки. Посыпай кедровыми орешками, будет вкусно. Все? Все. Себе открою. И ореховым маслом смотрю, да? Да. Мне кажется, будет вкусно. А этот танец был в масле? Ну, конечно. Желтенькая же была, так, знаю. Так голубенькая, так желтенькая. А может, не надо, да, наверное, больше масла?
Слишком много масла, рыба еще. Надо попробовать на вкус, как тебе оно будет. Надо это все. О, хорошо поднимаешься, молодец. Конечно. 14:25. Время обеда. Полпятого, ой. Полтретьего. Ну что, пошли доделывать. Пошли. Так, мусор чуть-чуть распределила. Банку отдельно. Чтоб чуть-чуть подцепить. Соль задерживает выход жидкости, воды из организма. Хорошо. Ничего хорошего. Задерживает. Я такая решила все равно купить ножик. Хоть, да, хоть 12 сантиметров, ну, купить. Если нет, 9 будет. Надо. Нет, масла, наверное, хватит. Да? Да. Активировать купон. Ну, возьмем, поедем в Кауфланд. Мне нравятся маленькие ножи. То нам, мы купили тогда 2, один выкинули. Ну, видите, уже выкинули. А вообще было выкинула. Да. Ла-ла-ла. Юль, так где делось вино? Я не знаю. Видите, пока я лежала в больнице, вино улетучилось. Исчезло. Непонятно. Да. С ногами, наверное, было. Ты думаешь? Думаю, да. Или с крыльями? А? Или с крыльями? Да нет, с ногами. Понятно. Вы поняли, кто ему ноги приделал? Ноги, ноги. Нормально тут все. Нормально? Да. Ну вот, смотрите, какой салат. Отлично. Попробуй, мне кажется, все равно их надо жарить. Возьми с одну, нет, попробуй, не надо их на сковородочке так чуть-чуть. Вкусненькие. Кедровые орешки всегда вкусные. Надо только не забывать про них, а то у тебя уже смесь лежит, про которую ты и забыл. Снежно. Да все высыпай. Ну, ты себе высыпай, тебе хватит. О, они вкусные. Обалдеть, спасибо. Классные. Бомбита. Все, вот эту капусту я не хочу. Гляньте, какой у меня получился салат. М? Ой, да, не надо, наверное, да? Хорошо там масло. Да, не надо масло. Ой, так запахло. И с рыбой будет бомба. Правильно, вот это... А хлеб ты будешь есть? А? Хлеб. Кусочек можно. Так, вот это мусор сюда. Это пластмасс. Отдельно. Значит, теперь пластмасс выбрасывают без пакетов. Так собираем и потом выбрасываем его в контейнер. Ну да, это контейнер. Обычно. Если банка какая-то, то помыть. Ну, это чистая, не надо. Ну, все. У меня уже все готово. И яйца достал. Классно такое, орешки такие вкусные. Хорошо. Вот. И буду есть. Приступим к трапезе. Смотрите, какая. Угу. Не, она прям так красивая. Она так не передает. Куда ты убрал? Камера так не передает, какая она красивая. Не передает? Она так чуть-чуть, знаете, такая... Бледный румянец у нее. Вот серьезно. Не зажаренная, а прям такая вот, что прям, а такой бледный. Очень вкусно так она. Хорошо. И лучок такой хороший. Это синий лук. Поэтому он такой, так смотрится так. Как будто бы он черный. Да, как черный, как будто пережарили его. Нет, он прям так вот, ну что надо. Вот и все. Вот у нас обед готов. Помидорчик не будешь добавлять? Да нет, помидор не хочу. Тут я считаю, что хорошо. Ну хорошо, тогда приступаем к трапезе. Буду кушать.